Так, в общем, видео прямиком из постели. Я буду рассказывать в этом видео про то, как я чувствую себя от приема этих таблеток. Во-первых, я чувствую эти таблетки. Вот сюда я прикрепляю рецепт, который мне назначил врач-психиатр. Кстати, завтра я еду к психиатру по той причине, что финджлипан или как-то там, мне кажется, не очень-то нужен, потому что мне он для сна якобы, но, по-моему, ну я с ним еще только хуже сплю, хотя я спала-то нормально. Ну, в общем, мне надо обсудить возможный план с психиатром. Я всегда такая, я вначале делаю, а потом думаю, сейчас думаю, а куда мне поставить моё телефона? Куда? Некуда. Реально некуда. Ладно, будет так. Извините за outside noises. I'm like so sorry. В общем, у меня просто нету сил на то, чтобы выполнять какую-то деятельность умственную, типа даже открыть характеристики. Мне постоянно хочется вот так вот, чтобы меня трясло, потому что я, ну, я сама догадалась, наверное, я не могу выполнять никакую деятельность умственную. А энергия остается, и поэтому эта энергия уходит у меня вот так вот. Просто я руки трясу. Это, знаете, немного похоже, детям ставят синдром гиперактивности. Вот у меня он. 27 лет. Да, а еще все говорят, психологи, психиатры, ты инфантильна, ты как ребенок. Это может быть они слишком стары. Слишком закостенелые. Это как, знаете, ты слишком много тратишь денег, ты слишком много себе позволяешь. Может быть, это вы слишком мало себе позволяете. Также и они мне говорят, ты инфантильна, ты как ребенок, ты застряла в возрасте ребенка. Это, может быть, вы себя отнесли к старикам, или вы уже сильно себя ограничили, так что вы застаиваете свое развитие. А, ну так вот. В общем, вот так вот я летаю без полетов от этих таблеток. Реально, вот меня просто трясет. Я читала такое последствие того нейролептика, который принимают люди, которым назначают этот нейролептик. Первые дни вообще просто куча энергии, ты не можешь ничего с этим сделать, ничего. Вот мне вот так вот я делаю, мне очень комфортно, потому что просто сидеть, я даже есть нормально не могу, мне просто хочется вот так что-то делать. Это отвратительно, потому что невозможно таким образом жить. Ну, засыпать я как бы молчу, там у меня свои моменты. В общем, я такая просто из-за таблеток. И в больнице такого не было. Может быть, это связано с тем, что в больнице не ставили седативные уколы. Уколы седативного, и поэтому там я ходила вот такая вот. Сейчас я как бы тоже глазами такая, но только вот такая. Нет, кстати, глаза у меня нормальные. Но они так просто расслаблены стали. В общем, мне хочется. Я не могу, мне пишут люди, допустим, сообщения какие-то текстовые. Это все, это теперь невозможно для меня. Я не понимаю текстовые сообщения. Что? Это читают? Вот такая реакция у моего мозга. Странное дело, пошли лучше руками потрясем. Да, это примерно то, как мой мозг говорит. Серьезно, типа, вот эти сообщения текстовые, их читают. Пойдем руками потрясем.
Никак, вообще, концентрации ноль, умственной нагрузки ноль. Мне крайне сложно заказывать себе еду, есть вовремя, принимать таблетки. Просто вчера это был какой-то батл, челлендж для меня реальный. Посмотреть на вот эту вот бумажку, в которой написано, какой препарат, когда принимать. О май гад, это вообще супер сложно. Вот так вот. Я очень надеюсь, что это скоро пройдет. Очень надеюсь. Я не знаю, как мне помочь. Завтра я еду к психиатру, я буду говорить. Может, я ей покажу, что происходит. Когда я общаюсь с людьми, вот сегодня я виделась со своим другом. Он очень милый и классный. Он, кстати, смотрит мои видео. То во время общения с ним мне нормально. Во время общения, в принципе, с людьми я забываю об этом состоянии. Но как только я нахожусь одна... Здравствуйте. Вот сейчас этого нет. Почему нет? Сейчас снова появляется. Через час у меня психолог, психотерапевт. Мне назначили заниматься, и я подумала, что у меня нервная система сейчас просто в ауте. В шоке, и мне надо шоколадочку съесть для глюкозку поднять свою. Но я выпила уже одну таблетку, которая нужна есть после еды, поэтому я не могу заснуть, я не могу поесть. И вот таким образом рождается на свет это видео. И я просто не знаю, мне сексом надо заниматься, прыгать, бегать реально. Не, лучше, наверное, сексом. Выбираю между прыгать и бегать. Кстати, прыгать и бегать все-таки. Да нет, и то надо. Надо миксовать, понимаете? Реально. Еще раз уточню. Я под действием таблеток, которые мне назначил психиатр. Он предупредил, он сказал, это не наркотики. Но по виду кажется, будто бы это оно, но это не оно. О май гад, this is so hard. Может быть, это всегда было во мне, таблетки проявляют. Я не знаю. Вот. Что еще сказать? Вот сейчас хочу сказать мысль, но это офигеть, как тяжело. Офигеть. Короче, утром я иду и такая думаю. Вопрос. Два выбора у вас. Вы. Первое. Крутая одежда, 10 тысяч долларов стоит, 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. И вы в ней ходите в метро, в туалет, не знаю, там на рынок, в магазин. Только такие места, в офис и так далее. Либо одежда за 1500 рублей, 500 рублей, 2000 рублей. Ну, вы ходите на закрытые показы, на закрытые встречи, вечеринки, селебрити, закрытые премьеры и так далее. Что вы выберете? Я выберу второе, потому что первое у меня сейчас, можно сказать, а второго еще не было. Я хочу пробовать второе, чтобы дальше найти свой тот самый вариант. О, послушаю я Да, интересно, в таком состоянии я вообще могу высидеть в медитации? По-моему, я... Это... По подобию смерти. Все, адьос.